в Молдове живут мои родители, живут мои дети, живете все вы. Я знаю, что рядом с вами сейчас присутствует человек, которого я безумно люблю, человек, благодаря которому я появился на свете. Мама, я хочу тебе сказать, что я тебя очень люблю. Я знаю, что ты среди людей. Отец, папа, к сожалению, не решился приехать. Мама приехала одна вместе с моими учителями. Я попрошу ребят от меня, как от сына, как от человека, который благодарен ей за то, что я есть, за то, что благодаря ей я могу вершить какие-то добрые дела, передать огромный букет цветов. Мама, спасибо тебе за воспитание, за ту любовь, доброту, которую вы подарили. Благодаря вам я стал настоящим человеком.